Привет, друзья, с вами Ваймс, и это вновь Lies of P. И в прошлый раз мы вернулись в отель, в котором все нехорошо. И теперь мы пойдем из него в ту сторону, видимо. Там нужно было что-то сыграть. Погнали. Вот музыка из главного меню. Ну или это типа две ноты из главного меню. Окей. Это вызывает лифт. И это сам лифт. Там же говорилось, что путь только с другой стороны открывается. Но нет. Непонятно. Убывающий лунный камень протокола. И тут спуск вниз. Это примерно то, где я в конце прошлого видео был. Примерно такая же пещера с мостиками. Ну, погнали. Погнали разбираться. Так, лампа. Someone was dragged away from here. We have to follow. Hurry. Ну ладно, и теперь я перезашел в какой-то подвал. Можно мне еще раз экран смены локации? Видимо, нельзя. Ну хорошо. Угу, бабочка. Вот она. Три бабочки. Хорошо, что это не взрывающиеся бочки. Я не видел, что с первой было. Ага. Может быть, тоже какой-то лунный камень? Может быть, такой? В общем, наверное, расходник. Или материал. А там сундук. Я могу просто вернуться. Ладно. Угу. А это марионетка. Это та же марионетка. Которые были с топором перед выставкой. По-моему, да. У которых ужасный мусят. Хотя, может быть, не совсем? Ну нет, я же да. Они ведь не будут обычными врагами на этой лодке. Я надеюсь. Потому что это было бы абсолютно ужасно. Почему ты, блин, не убираешь? Почему у тебя столько хп? Ладно.
У него столько хп, потому что надо, видимо. А еще раз мне не пишут, что за подвал. Почему? Непонятно. Нет, это вообще не сработало. По-моему, до него взрыв не достал тупо. Куда ты, блин, укатился? Ладно. Я был все еще в анимации. А, я переставлю руку и бафуку в электричество. Хотя я почему-то сомневаюсь, что дальше будет много марионеток. Ну, по крайней мере, я сомневаюсь, что они будут единственным врагом этой локи. У меня есть второй слот. Немного тяжело. Урон марионеткам. Тут сильно легче ничего нет. Тут вообще ничего нет. Это только покупное, интересно. Во. А как мне менять руки? Влево. Окей. Попробуем еще раз. Не буду его парировать. Амулет железной стены. Но это была каменная стена. Почему? А, увеличивает сокращение физического урона. Окей. Иногда нужно сосредоточиться на защите, а не нападении. В любом случае платить за железную стену придется. Угу. Алебарда проклятого рыцаря. Влезает по весу даже, окей. А, комбинация режущих ударов на клинке. Режущие удары, еще один с использованием дополнительной ячейки. И парирование с блоком на рукояти. А, клинок алебарды проклятого рыцаря. Из коллекции кратского аристократа. Хотя оружие устарело, лезвие заточено так тщательно, будто служит и поныне. Отель Крат некогда был проклятым рыцарским замком. Говорят, где-то там до сих пор спит золотое дерево, некогда пленившее рыцаря. И рукоять. Обнаружив денежное дерево, рыцарь старинного замка стал тщеславным. Он стремился добыть больше богатства и славы, чем король, однако зависть короля положила конец этим чаяниям. Выпад. И потом... три в комбе, интересно. Силовые норм. Терпимо, но не супер. Все, я с разбегу. Вообще хорошо. А с отпрыгивания примерно как обычно с разбегу. Перекат. Выпад. В принципе, мне нравится. Силовая? А, нейтральная. Переточить в подвижности, поставить клинок моего стартового меча, может быть?
Надо будет попробовать. Этот меч, конечно, покруче. Но внезапно алебарда более-менее норм. Окей, ловушка. Чао, ты чуть-чуть отошел. Ха. Лунный камень. И звездный осколок. Я почему-то ожидал, что в эту сторону будет проход дальше по логике, а в ту сторону будет тупик с сундуком. Наверное, потому что тут был тупик с сундуком, пока чего не сломал стену. Ну, хорошо. Ну, марионеток тут все-таки много, хотя там марионетка с тентаклями. Не уверен, чем она считается, тушей или марионеткой все равно. Или и тем, и тем. О, нет. Чел, ты мне предыдущую загадку... сломал. Но это не загадка, а вопрос. Так что я отвечаю правду. Окей. Ну, человечность это мне не дало. Так что отвечать правду было правильно. Но это другой ключ. Триединый ключ избранного. Ключ, полученный в ответ на последний вопрос короля загадок. Наверняка им можно что-то открыть. Священный треугольник был тайным знаком какой-то организации. Ходит слухи, что именно они были тайными владыками Крата. Окей. Вроде в комментах писали, что там... особый ключ за последнюю загадку, который конкретную дверь открывает. Так что, наверное, нет смысла возвращаться к предыдущей. А это сломается, правильно? Нет? Почему? Надо будет не забыть посмотреть на НГ+, на ту доску, которая ломалась. Потому что мне кажется, что тут в игре куча досок, которые выглядят менее прочными, но не ломаются.
Не хочу платформинг. Ладно. А, туда я, наверное, не допрыгну. Так что отсюда теперь только вниз. А, ну, можно сменить руку. Наверное, огонь будет эффективен. Не уверен, какой амулет будет лучше против этого моба, но мне кажется, урон будет огненный. Более эффективным. Ну или нет, потому что гореть он как-то не спешит. Когда он горит, то вообще ни хрена не видно, что он делает в плане анимации. Так что, может быть, это было плохой идеей все-таки поджигать его. Патроны легиона, ладно. Мне нужно еще кислотную пушку апать. Там боссовская арена. Уже. Хорошо. Так, сюда за лутом спрыгнуть. Куда-то еще можно было? Не туда. Я видел, гуглил про яблоко и ключ, который я пропустил, и все такое. И, видимо, ключ, который... Ну, как бы, нет. Яблоко одно в игре. Его можно купить. Я его в начале игры купил, отдал по квесту, и дальше тебе говорят, о, отдай еще одно яблоко. Откуда-нибудь его достань там, я не знаю, несуществующее, чтобы сделать другой квест в одном из вариантов. И это хрень полная. Но я видел какой-то чел, он эти писал на каких-то форумах, что типа он просто еще раз подошел к телефону, и ему заново загадку спросили, или другую вообще. И ключ все-таки дали, так что, может быть, стоит сходить туда, где, где я прошлую загадку получал, если я вспомню, где это вообще было. Перед отелем? А, не, я помню, где. Ну, это расстрою сразу. Далековато. Страшновато. О, у меня тратится энергия от его обилки. Типа от электрошока, может быть. Этот чел меня притянул. Чел, дай мне похилиться. This is for my brother. I'm gonna rip your heart out. Нужно было забокстабить. Окей, это поджигает. Третья будет кислоту накладывать. Ха, это не свой урон.
Было бы прикольно. Да, третья будет чисто нападать. Они все еще агрятся по очереди. В основном. Типа со мной сражается тот, кто за бафом, остальные двое стоят где-то вдали и чуть-чуть кидают дальний бой и притягивают. Может быть, я не прав. Он спалит. Так же я застрял и не мог двигаться без уворота. Ну ладно, это трой не считается, потому что я сюда пришел с половиной хилок, без бафа, без заряженной руки, без всего. Хватит меня притягивать на другой конец арены, чао. Порча бесит. Просто вот твоя пушка ломается. Страдай. Ну ладно, как туда быстро добраться? Так, чё, не ресится? Могу спрыгнуть здесь и пройти в ту сторону просто? Не уверен, что молния будет хорошим планом. Окей. Окей, одна готова. Че, у тебя слишком комбы? Я еще не горю. Правда, у меня стамины нет на атаке. Я был бы с тобой. Да, не притягивай ты меня. Мне не нравится чел с мечом. Потому что у него комбо типа в 30 миллионов вот так. Как он меня задамажил? Я у него за спиной стоял, когда он тыкал вперед. Чел. Рукоятка копья не должна дамажить, когда ты вперед тыкаешь.
Интересно. Нет, не надо по мне красные атаки делать, чувак, когда я не с тобой сражаюсь. У меня анимация смены руки такая, что я не могу двигаться полчаса после нее. Потому что я пытался сменить руку. И... Да, я очень медленно иду. То есть в бою, в комби это невозможно использовать. Да хрена, чел. Ты в это не будешь. И давай ты не будешь сквозь второго проходить. Комбы. Чел. Это неадекватная атака. Тут я даже не особо против тайминга самой атаки, я против того, что... Во-первых, мне не дали его критануть, просто он мгновенно встал. У меня появилась на 3 фрейма иконка крита, и все, и пропало. И пока я пытался отойти, чтобы она снова появилась, он начал атаковать, потому что она пропала не из-за того, что я в неправильном месте стою, а потому что она, в принципе, на 3 фрейма появилась. Но, короче, у меня претензии даже не к таймингу его финальной атаки в комбе, а к тому, что он замахивается, а следующий фрейм он уже около меня и бьет. Типа, там нет... Он не подъезжает ко мне, он не подходит ко мне, он просто телепортируется ко мне, грубо говоря. И это как-то вообще не то. Как будто я в God of War зашел. Или еще в какую срань. Окей, ну это был хороший трай, а потом он перестал быть хорошим. Серьезно? Ладно. Этот трай не был хорошим. Я пойду, во-первых, все-таки чекну. Вот это место на всякий случай, где загадка была. Ну, во-вторых, я пойду апну себе кислотную руку и попробую ее. Потому что они явно будут считаться людьми. Так что электричество и огонь против них не настолько хороши. Ну нет. Ну или да. Только шум помех. Так что ну не. Ну ладно. Ожидаем. Почему у меня новый уровень подсвечен? Он на всех кострах теперь будет подсвечен. В старт-дизерах. Потому что он уже был подсвечен. В отеле.
Сейчас окажется, что сюда нужны еще и деньги. Нет. Смена направления. Можно вперед, можно не вперед. Видимо, она по дефолту не вперед. Кислотный заряд. Увеличенная дальность. Кислотный взрыв по окончании действия лужи кислоты. Ладно. Это все хорошо. Но нет. А я могу тебе продавать вещи? Да. Я продам тебе... Кристалл эрго. Кристалл эрго считаются драгоценным материалом и хорошей пищей для тех, кто питается эрго. Потому что я хочу все-таки пушки немножко попать. Я улучшу эту рукоять на подвижность. И переставлю сюда такое. В этом нет смысла, потому что там выпад первая атака. Так что нужно что-то, что и выпады, и удары может. И такого, на удивление, в игре почти нет. Лопата есть. 119. Нет, 121. Лопата хуже. Такая штука есть. А 124. Такая штука чуть лучше. Но заряд легенды хуже. И блок хуже. Такая хреновина. Это во всем хуже, по сути. А кинжал есть, но, наверное, это будет не особо длинно. Ну и сама алебарда. Ну, короче, я это поставлю, потому что это апть проще. Это я разберу. Я не сохраню, конечно же. Потому что тут нужно отдельно нажать сохранить. И теперь плюс 7, плюс 8, плюс 9 и плюс 10. И ачивка. Потому что у меня была ачивка за боссовское оружие. А теперь есть за обычное. Урон меньше, блок лучше. Вес меньше. Как это выглядит вообще? За фулл стамину немножко на магве. На просто R1. О, R2 только одна? Нет. Я, кстати, не помню, посмотрел ли я заряженные. О, ну они хороши. Окей, да. Ладно, я попробую эту пушку. И тогда я поменяю руки. На кислотную. Ужасно выглядит. Ну ладно. И погнали еще раз. Заточку, может быть, тоже стоит кислотную взять.
Это я прочитал, нет? Я под землей, но вижу бабочку. Я теряю разум или вижу дивы из другого мира. Там я не был во всех этих местах. Ну, видимо, это как раз после босса. Не потестил навыки этой пушки, но... Навыки этой рукояти, по крайней мере. Не уверен, что это что-то сделало. Чао. Не, не уверен, что это что-то делает. Типа, может быть, если он будет в луже стоять долго, то его отравит. Зараженная все-таки тут медленнее, по-моему. Да хватит спамить, чуваки. По крайней мере, на заряженный R2 хорошая дальность. Не видел атаки этого чела, потому что гроб. Естественно, кислота мне сломала пушку. Это... Почему у меня какой-то расходник? Тут видно. Блин. Как все неудобно. Его можно забыкстабить с такого угла. Это немножко странно. Окей. Я бы на самом деле предпочел атаку с разбегу в виде выпада. Было бы приятнее. Тут так R2 с разбега неплохая, в принципе. А, мне нужно, кстати, амулет против людей поставить. А то марионетки кончились. Че, а можно ты будешь стагериться, когда тебя бьют заряженный R2? Ладно.
Так, амулет марионетки убийцы против людей. А это не очень работает, потому что у меня разряжены постоянные ячейки легенды. Это вообще не работает, потому что кислотная рука как-то не очень. Может быть, я ее не понял. Но пока что она как-то не очень. Ну или может быть конкретно на этом босс-файте она не очень. Ну посмотрим. А мне как-то не нравится расположение Старгейзера здесь, что бежать до босса далеко. И тут нет врагов по пути. Нет опасностей, но просто зачем? Кстати, с той стороны все сделал. Или тут и нечего было делать? Мне нравится комбо R2 с разбегу и потом с разворота R1. Это вот хорошо выглядит. Короче, я нашел вторую пушку, которой ему все приятен. Ладно. Есть у меня хрень от всех статусов. Также это не такие статусы, правильно? Это такие статусы. Что наиболее пофиг? Наверное, электричество. А кислота больше всего напрягает. Нет, чао. Я просто иду на босс-файт. Я, блин, держу блок и... Я билку. Я билку, в смысле, на предмет. Хорошо, она меня уронила, что второй чел не попал. Не, я хочу ее добить. Спасибо. Можно я залучу того, кто забафан сейчас? И кто со мной активно сражается? Нет, не притягивай меня к второму челу, сам, блин, подойди. Бэкстап тебе. Че, попадай. Я хочу тебя парировать, но ты промахиваешься, когда я тебя парирую. Электрошок возникает, когда накапливается электрический урон. Туториал, иди нахрен. Там враг или там NPC? Нет, там Алидора стоит. Ясно. До этого как-то не обратил внимания.
Нет, собака. Первый бой был значительно адекватнее с ними. Когда их было два на арене, и с одним сражаешься, а второй изредка причарживается одной единственной атакой, с хорошим звуковым телеграфированием, что он орёт и потом причарживается. Так что можно просто чуть-чуть контролить дистанцию, чтобы он не был слишком близко. И сражаться с другим. И потом, когда слышишь звук, на звук реагировать. Тут просто ты сражаешься с одним, и в этот момент в тебя сзади прилетает от двух других что-то там. Без какого-то предупреждения. Ну или, по крайней мере, я его не заметил пока что. Вот что это за хрень? Ну его хотя бы слышно. Но все равно. Не помню, были ли у этого чего такие же бесконечные комбы, но, по крайней мере, если были, то без огня они были явно лучше. И огня у него там явно не было. Ну что-то он сквозь блок стакает. Поджог? Тут у них у всех троих статусы, и сквозь блок они все стакают. Нет, не притягивание. По-моему, когда я слышу звук его притягивалки, на нее уже поздно реагировать. Потому что она долетает мгновенно, по-моему. И звук там почти в тот же момент, когда она прилетает. Хороший у меня трекинг на этой атаке. Потому что я бью вообще куда-то в сторону, и в последний момент я все равно доворачиваюсь от противника. Окей, это удобно. Мне нравится эта алебарда. А, он не попал своей притягивалкой. Я не слышал ее и не видел ее, я случайно. Я не от нее уворачивался. И это, по-моему, единственный раз, когда я от нее увернулся в этом бою. Когда я сделал это случайно, уворачиваясь от чего-то другого. Хотя сейчас я еще раз от нее точно так же случайно увернулся. Что мне мешает идти назад? Интересно. Ой, я ее отпарировал вообще. Опять же случайно. А как ты меня сдамажил, чё? Ну, когда он стоит в луже, он неплохо получает. Ну, нет, не неплохо, но он получает. И этот чел достаточно медленный, что он стоит в этих лужах.
Короче, пока что выглядит так, как будто тактика это фокусить первым вот этого чела, потому что если он остается последним, то это жопа полная. Большой чел с копейщиком были в разы адекватнее. Ой, я сломал ему пушку? Мне показалось, я сломал ему пушку. Ладно. Я добил его, и меня застандочил второй, потому что... Я не отпарировал его, так, по-моему, если бы я отпарировал, меня бы точно так же застанил, потому что парирование все равно жрут стамины в этой игре. И все. Я выкину эту хрень, возьму молнию. Молния, мне кажется, будет в разы полезнее. Также я выкину эту хрень, потому что она мешает. Как можно было реюзнуть босса? Ну хотя, да, как можно было. Можно было реюзнуть босса, сделать два босс-файта с примерно одним и тем же боссом в одной игре, и сделать один из них настолько хорошим, а второй из них настолько плохим. И пока я это говорил, мне вспомнилась абсолютно такая же ситуация в Элдене, где обычное дерево — абсолютно отличный босс, гнилое дерево — говнище полное. Так что примерно так можно было. Ясно. Ладно, тебя вполне можно убивать. Заряжаешь такую медленную атаку, из которой тебя можно выбить, стоя вплотную ко мне. Блин, тут еще арена такая, что я постоянно в ней застреваю. Я сейчас несколько раз получил урон из-за того, что я пытаюсь увернуться в сторону, а в стороне ничего нет, но при этом я туда двигаться не могу. Потому что там кирпич на сантиметр из пола выступает, и это не дает мне пройти или еще что-нибудь такое. Вообще хорошо бы сейчас надамажить копейщика, чтобы у него мало хп было. Не притягивай ты меня своим говном. Even if we're just baits to buy time, you're going down. А, двоих сразу. Короче, ладно, сойдет, наверное. Ну, просто ноль стамины весь бой, потому что я весь бой бегаю между этими чуваками. Brother,
Trevor! Those alchemists! They did it! Even if it's just temporary, brother! Я разблокировал. Три хилки. Две хилки. Думаю, я успею ударить. О, он не попал. А там нужно сзади стоять и... Непонятно. Может быть, он просто выбивает следующим ударом, и тогда я его двойным ударом, когда в первый раз, когда я стоял и не понимал, как, где мне нужно стоять, и он меня убил. А, может быть, он выбивается ударом, если его выбить в стагере, потом еще раз ударить. И я его типа первым ударом двухударной атаки застагерил, а вторым выбил сразу же. Может быть, так. Ну ладно. Вот этот чел хороший. С ним приятно сражаться. В принципе, тут со всеми приятно сражаться, кроме огненного чувака. Но только проблема в том, что с ними приятно сражаться не втроем сразу. Ну ладно. Кварц в награду. Погнали, потратим сразу. Не помню, даст мне это что-то или нет. И также там... Это даст мне диалог. Стоп. Это ведь G5 был, не? Нарисован. Или это Винини? I can hardly believe it. But the ergo readings you gathered leave no doubt. No doubt at all, you see? Okay, Venini, breathe. Despite your best efforts, they can't read your mind yet. My friend, my apologies. But when you hear this news, you'll be excited too. The puppets were being compelled by the Grand Covenant. But they were communicating with each other, with wavelengths. This is beyond anything I'd imagined. They were not built with this kind of intelligence. I did the best I could to decipher the wavelengths, but there was considerable noise in the signal. Care to give it a listen? Sounded important, but there was too much static. Ah, tell me you heard it, please.
We need to find the cause of the frenzy, and this may be our best chance. What or who was behind the frenzy? Geppetto? Low Zero, the creator's name is Geppetto. One can't make these things up. It must be true. That was the cause of the frenzy. But why would Geppetto, of all people, do this? I suppose we'll never find out if we don't save him. I have to admit, it's good to have things in motion again. I was beginning to despair. Now that we know the cause, we can find the solution. And it's all thanks to you, my friend. Ладно. Еще что-нибудь скажешь? I always welcome friend. Нет. Ну, тогда погнали юзать кварц. Я что-то брал конкретное? Видимо, нет. Видимо, я в прошлый раз взял. Да, я взял руки. Наверное, я хочу больше идти их легенды, на самом деле. Да. Это все хрень. Так что больше ячеек. Может быть, дольше ошеломления. Но как-то не влезло сначала. Или больше урон критов. Го урон критов. И нужно еще два кварца. Ладно. Я думаю, все-таки стоит еще немножко дальше пойти, а не заканчивать на этом. И я думаю, стоит немножко хп разогнать. Но хотя я не уверен, что прям стоит. Как бы. Ладно. Мне не то чтобы не хватает хп, но все же. Всего остального мне тоже хватает. Больше всего мне не хватает стамины. Может быть ее. Также, может быть, я все-таки хочу чекнуть. Типа выйти на улицу, посмотреть, что там. И тут и с другой стороны. Ну, скорее, с другой стороны. А я могу выйти просто дальше на эту локацию? Видимо, да. Это просто переход. Кот. Не ясно. Может быть, я туплю. Окей.
Дальше мне в эту сторону. Дальше мне в эту сторону. Okay, I give up. Just don't kill me. Не могу его залочить. Oh, amazing! I didn't expect you to thrash those rabbit fellows too. You're here looking for Geppetto, aren't you? The fox and the cat have got that old man. They took the submarine from that dock over there. They probably went to the alchemist's isle. There should be another one. You should commandeer it. If anyone asks, I didn't see anything. There should be something left at the dock. If anyone asks, I didn't see anything. Можно напасть на него. I'm just a guest here, with no special obligation to the hotel. But if you still want to hear... the alchemist said they would help me escape from the city. Talk about an offer I couldn't refuse. I can't live in the hotel forever. I need to move up and move on. Also, there was someone who was so annoying. That's all. Does that suffice? There should be something left at the dock. If anyone asks, I didn't see anything. Right. I had a feeling you would ask sooner or later. It's because of that girl, isn't it? I am not Alidoro the Hound. Not the real one, anyway. I used to be Alidoro's partner. I admired him, to be honest. He was amazing. Amazing at everything, except making a profit, that is. But he didn't need to cut me off just because I sold some antiques. I mean, what's a few antiques when you've got bills to pay? We argued. One thing led to another, and I had to kill him. But stealing his identity was the logical next step. My original code name is Parrot, after all. Fitting, isn't it? Oh! He was also from the country of the morning. Maybe he shares some blood with the girl. And that's my story. Tragic tale. Do you want to hear more? There should be something left at the dock. If anyone asks, I didn't see anything. Oh. Good choice. I, Alidoro, am too great a treasure hunter to just disappear. My admirers would wonder. See for yourself. I sell only the best treasure. Пусть живет, он мне боссовские пушки делает. По крайней мере, пусть пока что живет. It was a total attack. The Black Rabbit Brotherhood, the Fox, the Cat. And Alidoro, too. I don't even want to guess what they might be planning, pal. This way must lead to their headquarters, shall we? Mm-hmm. Еще один камень на full upgrade. Hey, look! That lever resembles... Yes, it seems we can use it to call a submarine. Великий Венини и подводная лодка Пистрис. Приглашаем на церемонию спуска на воду новой субмарины от компании Венини Пистрис. Приходите посмотреть на элегантное величие Пистрис. Размеры 42 на 3,8. Водоизмещение 322 тонны. Скорость 12 узлов над водой, 7 узлов под водой. Силовая установка, двигатель Лоренцини и свинцово-кислотный аккумулятор. Подводную лодку Пистрис приводит в движение новейшее изобретение господин Венини. Двигатель Лоренцини. Запатентованный продукт, названный в честь господин Венини. Новый метод генерации электричества с помощью стимуляции эрго. Свинцово-кислотный аккумулятор. Дополнительный источник питания. Кроме того, служит балластом на дне подводной лодки. Совершенно инновационная конструкция. Вы можете заглянуть в будущее Крата, города науки. Не упустите свой шанс и присоединяйтесь к нам. Окей.
И все? Как-то мелковата локация, не, если это конец. А можно как-то аккуратнее? Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. What the? Hey, it's Sophia. I am finally meeting you here. You're a clever one, so it shouldn't surprise you that the Sophia at the hotel isn't really me. My real self is on the upper part of the Abbey. I became his tool a long time ago. I have endured such pain. My soul split into pieces. Truth is, I guided you this far not to save Kropt, but to save me. I felt guilty about that. But I was so elated when you answered my call. Despite it all, I thank you. My spirit and my body have lived apart for too long. Perhaps in death, they will reunite. In peace, I'll grant you my power before my spirit diminishes further. Stargazer will guide you, clever one. If you find my body, please help me find peace. My guidance ends here. After images of memories rage on the seaside because of Ergo, please be careful. Ладно. I can't hold out forever, but I'll support you. I am the daughter of Valentinus, leader of the alchemists. Simon was my father's right-hand man. Ambition overwhelmed him, however, and he spread the petrification disease, taking countless lives. Why would he do that? I don't know. But he brings a dark world upon us. That's for certain. Stop him, however you can. The petrification disease freezes time and memory within the afflicted body. Ergo is the purified essence of that life, trapped by the petrification disease. When I discovered that, it opened my eyes, and I was able to manipulate time using Ergo. Simon, on the other hand, is trying to use my power to fuel his ambition. I wound back your time to protect you, so you could stand against him. So stop him. Save Kropt. Ну ладно. О нет, невидимые стены. С этим что-то можно сделать? Нет.
хотя бы лут дают за лор. Уже хорошо. Hi. Are you trained to be a stalker too? Let's practice together. Call me Lampwick. He didn't even come to your graduation. I don't care if an old man like that kicks the bucket. Don't say that. It's nice you got any family at all. Let's start talking about this. Oh, she's here. Grab her. Лунный камень тьмы — это самый первый? За что? Или это типа, чувак, если ты еще не вкачал пушку до плюс одного, сейчас самое время. А башня как-то не становится ближе. По крайней мере, недостаточно быстро становится ближе. О, нет, там еще такие скорпионы, которые были пару видео назад. О нет, не давайте мне человечности, не хочу. Ну ладно, на самом деле, я думаю, я все-таки дальше пока что не пойду, потому что там скорпионы, потому что уже видео достаточно длинное, и тут еще целая локация, видимо. Начинается постепенно. Хотя в этом видео оно достаточно длинное, но в нем в основном трайбосс, потому что лок там была мега короткая. Я думаю, гоу отдадим ящик еще. Of Anini, even priceless things have a... Ah, Master Vanini's collection box. Oh, same, you, the House of Anini, deals at the House of Anini. Купить. Маг запас здоровья, выносливости и легиона. Талант плюс 4 уже было, по-моему. Ничего, в этот раз даже без оружия? Просто пара новых броник, которые я все равно не выкупаю, потому что у них вес 11, и это как-то дохрена. Типа у самой легкой 5,8. Нет. Мне даже кажется, этот амулет уже был в продаже. Но это не точно. Я все равно выкуплю. We all owe you a huge debt, or we will, if we can stop the frenzy. You may not be aware,
I am an orphan. In fact, my parents were murdered before my very eyes. The authorities in Krat insisted it was a mugging, but I know what I saw. A mad, raving puppet killed them. A puppet that was driven by a murderous lunatic's awakened ego. I know that because the lunatic told me his name. Arlecchino. I'll never forget his insane laugh. I have been fitting puppets with the Grand Covenant to ensure no one else ever has to experience the same tragedy I did. I was this close to giving up. But now that you're here, you can take the wavelength decoder. It's proof of your brilliant actions. See what else you can read with it. You might even discover more secrets within the Puppet King's message. You can play it back as much as you like. Just use the Stargazer. Here. Чё, почему ты в прошлый раз мне выдавал свой дефолтный диалог вместо этого? I always welcome friends. И почему ты настолько на себя не похож? На тебя-то, конечно, там тоже не похожа картинка. Вроде. Но за что? А, нет. Надо было не трогать. Ну, хорошо. А тогда... Я на этом на сегодня закончу все-таки. В следующий раз поедем дальше. И я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.